Очередная неделя. Да. Сколько времени не виделись? Целую неделю. Целую неделю. У нас столько нового, столько нового. О, да, да, да. Саша да, принял да, да. иудаизм. И поэтому мы сегодня готовим фалафель. Еврейскую кухню. Так вот, что нам понадобится для фалафеля? Нут. Нут. В банках продается вареный уже. Да, вот это надо варить, при том довольно-таки долго. А у нас свежий. У нас свежеприготовленный. Со святой земли. Мы добавим воды немного. Самое главное, чтобы был вкус настоящий, должны быть специи соответствующие. Mm-hmm. Какие специи, скажешь, Саша? Желтая и рыжая. Сначала рыжая – это хороший чили-перчик. Добавит ядрености. А дальше желтая добавит цвет. Это куркума. Для начала нам лаймы все-таки. А также кинза. Добавляем семена кунжута. Кунжутное масло. Кумин. Кумин он или же зира. Давай чуть-чуть оставим немного половину на хумус. Мы делили кумин. Много нас, а он один. Все, а теперь твоя работа. Взбивай. Get down now. Все. Но лучше всего использовать нормальный блендер в стакане. Ну что ж, добавляем немного масла на сковородку. Если будет чисто кунжутное у нас, то будет там вонять. Будет просто кунжут весь вкус. О, да. Для вегетарианцев подходит фалафель отлично. Саша тут какие-то фигуры геометрические разные лепят. Я иду по классике, шарики. Я люблю шарики. Доктор Фрейд бы, наверное, заинтересовался. Я люблю конусы. Думаю, тоже доктор Фрейд не заинтересовался. Обязательно надо в муке фалафель обмакнуть. Что-то с любовью. Саша будет делать хумус. Да. Добавляем все то же самое, добавляем да, лайм. Найдите 10 отличий. Кориандр. Так, кориандр добавляем. Остатки зиры или кумина. Красный перец, куркума. Куча масла. И кунжутное масло опять. И оливковое масло. И оливковое масло. Кунжута. И немного соли. В отличие от фалафеля, хумус жирнее порядком. В принципе, хумус можно есть и так. Mm-hmm. С хлебом очень хорошо. Знаешь, в чем основное отличие хумуса от фалафеля? В чем отличие хумуса от фалафеля? Фалафель зеленый, хумус желтый. Осталось порезать овощи. Осталось все нарезать и запихнуть в одну... в одно. В принципе, не надо супер мелко, да? Вот так да. Я прям буду. Okay. Прекрасная музыка для того, чтобы есть фалафель с хумусом. Послушаем музыку. Да. Предоставлено компанией The Brothers. Открываем питу. Запихиваем туда хумус. Кладем овощей разных. Пару колечек лука. И фалафеля. Дось. Раз фалафель. Но мой не менее крут. У тебя круче, конечно, я не сомневаюсь. И два фалафеля. И фалафель в пите с хумусом готовы. Короче, я за то, чтобы поесть. Ну что, едим, давай. Надо говорить. А, ну что, едим? У нас же едим ТВ. У нас не за то, чтобы поесть ТВ. У нас едим ТВ. А, едим, да. Ну что, едим? Ой, круто, фалафель. Да, хрень. Хотите фалафель? Хотите, да. Сам совру. Сам совру, конечно. Хватит ржать. Ну что же, подписывайтесь на наше видео. Это можно сделать где-то тут. А еще заходите к нам в Facebook и ВКонтакте. А вообще, рецепт и ингредиенты, как всегда, под нашим видео. Ссылка на сайт, на нашем сайте. Всегда под видео есть ингредиенты и рецепт. Всем приятного аппетита. С вами были Александр и Евграф. И Евграф. Представляете, его Евграф зовут. Мама с папой так назвали. В честь кого? В честь Евграфа. Кат!